Развитие абхазского языка, внешнеполитическая деятельность республики, некоторые итоги историко-культурного исследования Великой Абхазской стены, культурные связи Древней Абхазии с внешним миром, возникновение и роль монастырей в Абхазии в XIX веке. На эти и другие, не менее интересные темы были заслушаны доклады на первой научной конференции молодых ученых и аспирантов АГУ. Доклад на тему «Современные международные отношения. Основные тенденции» представила кандидат исторических наук Элана Эшба. Я считаю, что это вообще очень хорошее начинание, потому что молодые ученые, может быть, не столько имеют опыта по сравнению со своими более старшими коллегами, но тем не менее очень такой настоящий интерес и запал. И это, конечно, позволяет сделать, ну, может быть, не открытия какие-то, но внести свою существенную лепту в изучение тех или иных процессов. Радует то, что заседание прошло практически в виде дискуссии. Молодые ученые, помимо подготовки интересных докладов, живо интересовались темами коллег. После каждого выступления задавали вопросы, давали комментарии. Молодой археолог Шандар Кайтан представил на конференции свою работу – доклад о Великой Абхазской стене. Это совместно с Дмитрием Авидзбой, Дмитрием Частным. Мы рассказали о наших исследованиях, которые проводили, мы проходили Великую Абхазскую стену. Первый этап нами пройден. Финансировалась работа, именно вот научная работа фонда Мамшра. Тоже хочется сказать им огромное спасибо. И результаты этого первого этапа стали вот основной частью, вот вошли в наш доклад. Привлечение молодежи в область научных исследований – одна из приоритетных задач Абхазского института гуманитарных исследований. Цель данной конференции – обмен опытом между молодыми учеными – достигнута. Конференция прошла, с моей точки зрения, очень плодотворно, успешно. Были заслушаны свыше 30 докладов. И были доклады совершенно на разную тематику. Я хочу особенно отметить доклад, сделанный молодыми археологами Шандором Кайтан и Дмитрием Авидзба. А также интересные доклады были и на секции «Язык, литература и фольклор». Первая научная конференция аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь. Актуальные проблемы абхазоведения», посвященная 20-летию акта о государственной независимости Республики Абхазия, завершилась. По итогам конференции была принята резолюция и создан оргкомитет Совета молодых ученых Абхазии. Наала Кови, Томас Чикавани, Абхазское телевидение.